Симки – это десятки предприятий, выпускающих качественный и конкурентоспособный продукт. Все от пластиковых пакетов до деталей ракетных установок. Обсудить перспективы развития бизнеса предприниматели смогли на форуме «Бизнес Рестарт 2021». Сегодня команда администрации целиком и полностью готова оказывать все содействие и поддержку для развития ваших предприятий. Будем вместе с вашей помощью настраивать работу, чтобы все наши благие дела с вами получились. Бизнес-рестарт – площадка, где можно не только обменяться опытом с коллегами, но и найти новых бизнес-партнеров и инвесторов. Предприниматели демонстрировали свои достижения – от колбасы и деликатесов до робототехники и электронных компонентов. Развитие предпринимательства и улучшение предпринимательского климата даст толчок для развития и других отраслей экономики. А рабочие места в Химках, они нужны всегда и всегда будут нужны. Сейчас бизнесу непросто из-за пандемии, потому форум считают максимально актуальным. В рамках встречи можно наладить взаимодействие с администрацией и получить поддержку своего дела. Наша администрация открыта. Иногда даже чувствуешь, что себя как структуру поддержки, ну, как бы немножко странно, потому что и так все двери открыты. Хочешь к главе, хочешь к любому из заместителей. Уникально. Один из крупнейших муниципалитетов в Москве, такая доступность власти. Любой житель городского округа может записаться на прием в администрацию, а малому и среднему бизнесу городской округ оказывает всестороннюю поддержку. У нас есть программа предоставления субсидий. Как раз на прошлой неделе состоялась комиссия, которая рассмотрела заявки. И около 10 предпринимателей получили субсидии, во-первых, в плане возмещения инвестиций в оборудование своих производств. И социальные предприниматели получили субсидию возмещения арендных платежей. Форум «Бизнес Рестарт 2021» проходит на территории городского округа впервые, но в администрации уверены, что собирать бизнесменов на одной площадке станет хорошей традицией.